Алена Нефедова, я журналист интернет-издания «Мой город». Вот. Я просто анализирую тендер, в котором вы принимали участие, в частности, тендер на капремонт спортивного спортплощадки в школе номер 3 по улице Чкалова, 114. Правильно? Принимали участие? Да. Вот, смотрите, ваше предложение было отклонено по причине того, что вы не подали, получается, как я понимаю, расчет цены предложения в определенном формате. Вот это была основная причина. Как вы считаете, ну, действительно справедливо вас отклонили? Вот ваше предложение? А? Думаю, что нет. А почему? Можете рассказать? Просто, ну, у меня тоже подозрение есть о том, что выбран подрядчик, которого разница между вами и другими участниками в 3 миллиона гривен, ну как-то вот. Сейчас анализирую, ну, и решила сами связаться. Этот файл как бы складывался, угу. А по итогу его вроде как не оказалось. А вы уверены, да, что он вкладывался и что он был, в принципе, в формате? Ну, я ни в чем не уверен. Ну, 99% уверен. Угу. Что было вот это расчет цены, да, предложение получается? Ну, конечно. Угу. А вы обращались в антимонопольный комитет по данному поводу? Нет, не обращались. И не собираетесь? Наверное, нет. Но считаете, что отклонили вам, в принципе, как бы, не на закон? Ну, можно сказать, что вы считаете, я так понимаю, что вам отклонили, как бы, ваше предложение по надуманным, да, каким-то таким, в принципе, несущественным причинам? Ну, я ни в чем не могу быть уверенным, я не знаю. Может, он действительно, этот файл где-то улетучился по дороге, может быть, его кто-то удалил, а может быть и такое, что его не положили, что маловероятно. Хорошо. А вот вы как участник, как вы расцениваете вообще торги, которые вот проводило управление ГРНО? Насколько оно организовано и так дальше? Были у вас какие-то вот как участника претензии вот к организации и так дальше? Ну и вообще, как вы оцениваете? К организации вроде бы вопросов нет. А в общем, вот какое сложилось? Насколько прозрачен такой конкурс? Ну, судя по тому, что пропадали документы, то это, наверное, не очень прозрачно. Понятно. Хорошо, спасибо большое.